Подготовка кэри цифрового телевидения в Рязани идет полным ходом. На Рязанской телебашне сейчас, по словам директора регионального радиотелевизионного передающего центра Александра Лучкина, проходит модернизация и устанавливается новое оборудование, что позволит рязанцам принимать телеканалы в современном цифровом формате. Здесь производится достаточно сложная в технологическом плане работа. То есть на вот это нашей башне высотой 180 метров наверху установлена антенна для трансляции первого канала. Эта антенна должна быть демонтирована, а стоит она с 1956 года, со дня строительства радиотелевизионной передающей станции в Рязани. И на это место нужно поставить антенну для цифрового вещания. Из-за проводимых работ в рабочие дни в Рязани телевизор не смогут принимать эфирные каналы. Однако цифровой сигнал сейчас подается в кабельные сети города. И поэтому у абонентов кабельных операторов никаких проблем с приемом и просмотром любимых телепрограмм не будет. Работы по установке передающей антенны цифрового наземного вещания на Рязанской телебашне должны закончиться в середине декабря.